Москва, 12 Сен, Эрспорт. Мужская сборная Латвии по баскетболу нанесла поражение команде Словении и пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы. Встреча, прошедшая в Лилле, закончилась со счетом 73 часа 66 минут, 20 часов 20 минут, 22 часа 20 минут, 13 часов 12 минут, 18 часов 14 минут, в пользу латвийцев, в составе которых 17 очков набрал Янис Стрельникс. Соперником сборной Латвии в четвертьфинале будет победитель матча Франция, Турция.